Да, мороз, снег, видели деревья, а я как белка в пыли свет. Работай дом, работай дом, работай дом. Работа дом, работа дом, а может лучше свидание? Отвечает в баре, поцелуй, все такое. Какое такое? Ну. Обман, измены, отговорки. Хватит, знаю я вас. Подождите, а мы знакомы? Лично я слишком хорошо знакома с такими, как вы. Какими такими? Вы что, серьезно не узнаете меня? Я же Эрик Роуз. Эрик Роуз, знаменитый боксер. По прозвищу Чурбур. Эрик Роуз. Эрик Роуз. Эрик Роуз, ну конечно, нет. Не увлекайся этим видом искусства. Крошка, бокс это не искусство. Бокс это бокс. Серьезно? Да. А кроме бокса это ничего, да? По-другому не бывает. Почему? Ну, по-другому. Бывает. Что? Бывает. Что? По-другому так. Работа дом. Работа дом. Работа дом. Ой, старое дело. Зануда. Стою, что представлял ко мне. Где же ты приехал? А вы не нравитесь. Правда, вы не нравитесь. Можно? Прическа, румяна, еще бы шляпку и настоящая леди. Чего я не понял? Не понял. Господи, сделай так, чтобы он понял. Что? Эрик! Эрик! Ой! Эрик, сынок! Мам! Мам, что случилось? Сынок! Чего ты плачешь? Мам, перестань разговаривать с Джесси. Папа умер 5 лет назад, в доме 2 слышит человека. Эрик, ты что не понимаешь? У меня голос почти пропал. Ты понимаешь, Эрик, наша семейная традиция, наш бренд, розовая дама, все пропало. Мама, ну что ты делаешь? Я целый год, Эрик, ждала Рождества. Я целый год делала новогодние игрушки. А теперь из-за того, что у меня пропал голос, я не смогу их продавать. Понимаешь, Эрик? И поэтому... Ну что, поэтому, мам? Игрушки продавать будешь ты. Я? Ты? Мам, это невозможно. Ты же сама говорила, это бренд розовой дамы. Их не может продать мужчина. Кто сказал, что это будет мужчина? Я все придумала. Вместо мамы поработай сам. Образ дамы я тебе придам. Образ дамы я не понял, мам. Нужно потерпеть. Что потерпеть? Все несложно, если захотеть. На щеку бахнется, Мэри. Ну где же наш бренд? Продать должны. Мы все гирлянды. Что, ну не заслужили, мам? Приемка. Мам, это шутка. Ой, не ворчи. Все, я на тренировку, мам. Иди, Оля. Мой парень, Оля. Теперь тебе подойдет подарок. Мам, мне не до этого. Как я, Мама, ты